Безоговорочную, но весьма сомнительную победу одерживает улица Проспект Победы. На нашем сайте телезрители голосуют и тем самым определяют самую разбитую дорогу в городе. И вот по первым результатам съемочная группа «Вестей» отправилась на место. Проспект Победы. 11 часов утра. Полупустая дорога. Но скорость автомобильного потока не выше 12 км в час. И дело вовсе не в пробках. Ехать быстрее просто невозможно. Дорожное полотно здесь давно синоним слова «решето». Так что езда быстро превращается в скачки. Улица Тукая. Время значения не имеет. Заторы всегда. Здесь легче посчитать площадь живой дороги, чем ямы. Народ давно уже окрестил ее символом казанских дорог. Дыры здесь глубиной до полуметра. А вот метровые ямы легко найти на улице Сыртлановой. На узком повороте каждый день автомобилисты словно проезжают по краю пропасти. Немного ближе к Поребрику, и поездка закончится немалым ремонтом. И это лишь малая часть тех столичных дорог. Если бы я попросила описать вам дороги, вы бы что про них сказали? Ну, я бы, скорее всего, матом бы сказал, поэтому я бы ничего этого не буду говорить. Мне кажется, мы зря деньги платим. В мэрии ежедневно отчитываются о километрах залитых ям, но тут же уверяют, каплями асфальта делу не поможешь. Да еще когда качество даже этих заплаток сильно страдает. Пока довозят асфальт, успевает асфальт, пока завозят, успевает остыть. Да. Бывает, что вместо фрезы кромки обрезают отбойным молотком, что приводит к образованию трещин за пределами этой карты, а в дальнейшем приводит к разрушению уже пространства за пределами отремонтированного участка. На этих дорогах разрушено само основание. Они уже исчерпали свой срок службы. Вообще срок службы дорог определен 7 лет. Дальше уже дорогу необходимо капитально ремонтировать. Вот на той дороге, на которой мы сейчас находимся с вами, да, она служит уже больше 7 лет. Вот, и поэтому ее нужно включать в капитальный ремонт. Но, к сожалению, так как не хватает средств бюджетных на все дороги, мы вынуждены заниматься ямочным ремонтом. А сам процесс ямочного ремонта теперь контролируют сотрудники службы технадзора. Выезжают в рейды. Рассказать о тех улицах, где от дорог осталось только одно название, можно теперь и на нашем сайте. Голосование продолжается. А это значит, что каждый желающий может оставить свое мнение в специальном разделе на странице нашего канала. Антирейтинг пополняется ежеминутно. Например, сейчас в лидерах Проспект Победы. Но самые избитые улицы можно будет увидеть уже в наших следующих репортажах. Эльмира Заляева, Тимур Гатаулин, Айрат Мухамедзянов, «Вести», Татарстан.